Жители Сарова давно и справедливо ставят вопросы о спасении наших рек и водоемов. Но зачастую эта острая проблема используется некоторыми не как забота о сохранении природы, а в местечковых политических интересах с целью сведения счетов в конкурентной борьбе за материальное благо, за освоение финансовых средств. Поэтому сегодня мы начинаем разговор с нейтральным экспертом, с уникальным человеком, ветераном ядерного центра, физиком-теоретиком, бывшим депутатом городского совета последнего созыва, одним из авторов закона ЗАТО, одним из основателей городского экологического зеленого движения Игорем Георгиевичем Жидовым. Он говорит не в угоду чьим-то интересам. Его мнение независимо ни от кого, а значит, наиболее справедливо. Давайте посмотрим и послушаем. Старики чаще думают о будущем, чем молодые люди. Речь будет идти о сохранении природы в Сарове. Многие вещи просто вы нигде не сможете прочитать. Но первое. Лет 20 назад Саров был на последнем месте по озеленению среди 10 городов Минотома. Как-то мы живем везде с зеленью, но мы путаем лес со скверами, с парками, с озеленением улиц. Вот такой парадокс. Я приехал в 69-м году в городе и обалдел, обнаружив знакомые для меня места. На том месте, которое сейчас называется Дальняя Пустынька, речка выглядит, как моя родная Большая Веземка под Москвой. Речки нету, высыхает Сатис. Я слышу безграмотные выступления самых разных, что надо привезти экскаватор и углубить речку, чтобы она текла. Если вы в стакан воды нальете песка, половину насыпить и половину воды, и начнете песок вычерпывать. Но ведь вода же опустится, а не поднимется. То же самое, что произойдет и с речкой. Теперь смотрим Саров и Сатис. Как восстановить? Можно ли восстановить их воду? Как я физик, я привык читать матчасть. Надо выделить деньги и законодать вопрос, ну, например, в Нижний Новгород. Можно ли вернуть воду в реки? Все! Никакой самодеятельности, иначе речки погибнут. Ответ-то я знаю. Ребята, вам нужно увеличить количество воды в реку. Для этого нужно засадить лесами территории вне города. А значит, без Нижегородской области, Первомайского района там не обойтись. Теперь о Сатисе. Сатис высыхает тоже. Можно обратить внимание, почему-то на мосту, на Маслиху, старом, вот под этим мостом есть плотина. А зачем плотина? Оказывается, времена до моего приезда решили поднять уровень в Сатисе выше моста. Начали поднимать, а вода не поднимается. Она исчезает в карстовые проемы. Значит, бросили, но бросить-то было с умом. У этой плотины нет донных соливных отверстий. И поэтому водохранилище выше, к тому же еще и заиливается. Вот там можно водохранилище и почистить было бы. Вот там рыба прекрасная водится и прочее. В чем наша беда в Сарове? Менталитета нашего. Раньше русские люди селились на берегах рек, а теперь на берегах финансовых потоков. Вопрос об ЕГЭ для кандидатов в Думу. О демографии. Растет ли у нас естественным образом население или все больше приезжие? Приезжие, они не знают истории Сарова. Вот для мигрантов устраивают уроки русского языка. Мигрантов Саров нужно учить истории Сарова, природе Сарова, чтобы они не делали таких ужасных ошибок, как вырубить вот рядом со мной лес. Я всем предлагаю зимой съездить туда на лыжах,
и убедиться, что весь лес в воронках. Говорят, это все вранье, новые технологии борются с карстом. Карст сейчас – это мировая беда. С чем она связана? С асфальтом в первую очередь, уничтожением леса. Вот асфальт делают, а где-то дырка. И ливневые воды уходят под землю и растворяют известняк. Немыслимые проблемы в Китае, в Америке, как правило, в городах. Или на полях, где нет леса. Вот кто строит, собирается строить вот здесь вот дома в лесу? Они организованы позапрошлом году. То есть это отмывка денег. Они могут в любой момент спилить лес. Сколько стоит лес, который собирается спиливать? Вопрос. Я люблю цифры. 1 000 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
строит. Что такое лес? Выпали дожди, лес в себя втягивает и испаряет. Возьмем Моксу, да? Вот последнее, что я нашел, в 29-м году последний раз баржи с арбузами пришли в Темников. Что это значит? Баржи в августе, в межень. Там сейчас курица переходит вброд. Посадки деревьев в 48-м году начал Сталин. По всей стране начали сажать деревья. Если посмотреть по картам, то прежде всего вдоль рек. Не пора ли возобновить посадки, которые начаты были при Сталине вдоль рек? Каждый год наше МСЧ зарабатывает огромные деньги, борясь с паводками. Их можно остановить. Лес – это тот, который впитывает воду. Медленнее тает снег. Ну, так меня учили в 4-м классе. А потом лес подпитывает летом речки. И поэтому уровень стабилизируется. Мы говорим о реках. Какой дурак дал по 4 сотки в обществе «Союз» там? А здесь говорили, этого леса не жалко, он мокрый. Так он же мокрый, из него ручейки текли в Саровку. Ну разве можно делать сады в низине? Сады делают, я хотя и горожанин, но на возвышенности, легкий наклон должен быть, чтобы вода лишняя стекала. Когда я приехал, я так удивился, пищекомбинат через дорогу с крупнейшим гаражом в низине. Вырубили лес и дали гаражи на ключевой. У меня по русскому языку была 4. Ну, я бы насторожился, почему здесь такое название. Насторожился бы, если было название «Проклятая поляна», например, понимаешь, да? А здесь «Ключевая». Это означает, что здесь мокро. Здесь был лес, который собирал воду, которая под землю била на Серафимовском ключе. А сейчас, вы не поймете, вот я реально, мне водили, чтобы я похохотал. Человек открывает дверь, а у него автомобиль прилип к крыше потолка. Он, физик, инженер, забыл про закон Архимеда. Ему надоело, что гараж у него мокнет. Он сварил огромный короб и осенью утопил его под землю. Сверху наехал машину. Настала весна. Вода поднялась, короб герметичный всплыл, и машина прилипла к потолку гаража. Спрашивается, сколько машин сгнило за эти десятилетия? Какой ущерб? За это время можно было построить в другом месте гаражи, а здесь восстановить лес. Дорогие друзья, в вашем праве соглашаться или не соглашаться с мнением Игоря Георгиевича. Поэтому мы не ставим точку в этом начавшемся разговоре. Мы ставим многоточие и приглашаем к диалогу как специалистов в этой области, так и неравнодушных горожан. Если кого-нибудь заинтересовала эта тема, и вы, откликнувшись на наш зов, имеете что сказать по делу, звоните в редакцию. И если ваши мысли, предложения и идеи окажутся интересными, мы их покажем в эфире. Ведь мысль уже деяние, а идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами.